В линию встанем, подравняемся. Может, немножко пошире друг от друга, нет? Чуть-чуть пошире будет. Встаньте так, чтобы вам было удобно. Миша, шаг влево, Ренат, шаг влево, Артем, шаг влево. Шаг влево. Давайте, возьмите Киев правой руки, поставьте его ровно. Здравствуйте, уважаемые спортсмены. Здравствуйте, родители спортсмены, спортсмены-тренера, организаторы, судьи, гости, зрители. Сегодня прекрасный день. Сегодня проходит у нас Кубок Украины. Единственный Кубок Украины по такому возрасту, который проходит в городе Харьков. Дети от 4 до 11 лет. Я имею честь представить вам судейскую коллегию организаторов этого мероприятия. Представитель Харьковской области госадминистрации Руслан Байрак. Аплодируйте. Главный судья мероприятия, судья международной категории Сергей Захарович Лихованов. Главный секретарь этого мероприятия Руслан Коренненко. Судья первой категории Артамонов Александр. Судья первой категории Рой Вальдер. В первую очередь хочу выразить благодарность этому клубу, руководителям этого клуба за этот теплый прием, персоналу клуба «Алин». Хочу также выразить благодарность вам, родители, за поддержку, за то, что доверяете нам своих детей, доверяете для воспитания, доверяете для того, чтобы мы выращивали из них не только чемпионов и участвовали в их развитии в общем. И хочу передать слово Сергею Захаровичу Лихованову. Я являюсь представителем руководство Национальной Федерации спортивного бильярда Украины и ее президента Масова Владимировича. Хочу вас всех поздравить с таким замечательным событием, как финал Кубка Украины, как ваше соревнование, пожелать вам успехов, чтобы вы всегда были такие красивые, чтобы вы добивались успехов, чтобы у вас все получалось. Я хочу, конечно, от имени президента и от имени себя лично вам сказать всем руководству
клуба, безусловно, огромное спасибо за то, что работа, которую вы делаете, действительно, за вот этих вот родителей, которые все делают этот праздник. Вот. Константин Владимирович в лице всей Харьковской Федерации, как руководителя, огромное спасибо за развитие бильярда в области, за то, что есть вот такие вот малыши замечательные, с которыми надо вкладывать и душу, и сердце, и видя вот это все, честно скажу, у меня сердце радуется, глядя на вот это все. Я вам скажу, что сейчас редко где это увидите, а посему вы находитесь в самом центре бильярда Украины на данный момент, да. Вот, и Харьковская область за последние несколько лет, когда Константин Владимирович возглавил вот, федерацию, безусловно, добилась больших успехов. Вы знаете, что есть лидеры, есть Шугали, есть другие ребята, которые Родионов и так далее, которые уже стали чемпионами Украины. Вот. Мы ждем, когда они станут и чемпионами мира. Я уверен, что это произойдет, я не сомневаюсь. А в вашем лице я вижу уже будущих чемпионов, которые сейчас свое мастерство оттачивают. Вот. И с достойной настойчивостью, безусловно, вы этого добьетесь. По-любому, то, что вы сейчас проходите, это вам, безусловно, огромный толчок по жизни, потому что это воспитание. Все, может быть, чемпионами не станут, это понятно, да? Но воспитание характера в себе, желание, умение достигать целей, вы в себе выработаете. Оно, безусловно, вам пригодится в любых ваших начинаниях. Так что я от всей души вас поздравляю. Вот. Выражаю еще раз благодарность и руководству Федерации, и, безусловно, руководству клуба и всем людям, которые причастны к этому большому делу, которое здесь происходит. Потому что с таких маленьких, с которых больших дел, да, складывается успех любого дела, то ли это находится на уровне города, то ли это находится на уровне области, то ли государства. Если есть люди, которые болеют, которые делают это дело, вот, и вместе достигают результата. Так что спасибо вам огромное, вам удачи, успехов. Ну а спортсменам, безусловно, хорошей игры, и пусть победит сильнейший. Слово предоставляется главному секретарю Федерации Руслану Кореневу. Ребята, всем еще раз добрый день. Мы сегодня проведем, считаю, впервые в истории Украины три финала Кубка Украины в трех возрастных категориях. Самые маленькие, у нас есть два малыша, это Миша Немцев и Рената Сингулов. Сыграют сразу финал чемпионата, финал Кубка Украины в свободную пирамиду на Пуловском столе с помощью своего тренера Константина Сердюка. Вторая категория – это детки 7-9 лет, у вас собралось 13 человек, Харьков, Кропивницкий, Днепр, Запорожье. Играем уже в свободную пирамиду на обычном пирамидном столе 12-футовом. 13 человек, свободная пирамида до 3 побед. В старшей группе 16 человек, также свободная пирамида до 3 побед. Некоторые ребята нашли себе силы играть в двух категориях, им особо хочу пожелать удачи, пожелать выдержки, терпения. Ну и сегодня вечером у нас будут первые обладатели Кубка Украины среди малышей, среди ребят в возрасте 7 до 9, 10 до 11 лет. И всем вам удачи! От лица Национальной Федерации, от лица Харьковской Федерации спортивного бильярда я хочу выразить благодарность Руслану Байрамову, выразить благодарность вашей команде за то, что ровно год назад вы пошли нам навстречу и с помощью вас мы отправили за 2016 год на соревнования около 10 человек. И благодарны. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые спортсмены, судьи, родители,
все гости турнира. Хочу от имени начальника управления по делам молодежи и спорта Виталия Владимировича Кириленко поздравить вас с началом соревнований, пожелать вам успехов, высоких результатов. Я, если честно, первый раз на таких соревнованиях по бильярдному спорту. И очень понравилось мне. Вы наше будущее, вы наша элегантность, молодое подрастающее поколение. Хочу лично от себя вам очень высоких результатов. Вы молодцы, продолжайте в таком же духе. Ну и, конечно же, Кубок Украины среди детей от 4 до 11 лет объявляю открытым. Теперь попрошу судью Федерации русских дорог Артамонова Александра расставить, пожалуйста, пирамиду на первом столе. И честь разбоя я предоставлю Овчаренко Артему.